здесь произошло смертельное ДТП, столкнулось два автомобиля. Форд или то, что от него осталось, и джип Mitsubishi. К сожалению, водитель автомобиля Форд погиб на месте. Человека зажало в машине, его доставали спасатели. Обстоятельства ДТП нам пока неизвестны. Судя по всему, это было лобовое столкновение. Но кто является виновником, я же говорю, пока нам выяснить не удалось. Стоит на обочине водитель Mitsubishi, человек в шоке. Никакой информации нам не говорит. Скопилась огромная пробка. Общественный транспорт, то есть троллейбус, объехать место ДТП не может. Люди идут пешком.